Долго монтировал это видео, но поставьте мне лайк и подпишитесь на канал, реально, на наши каналы. Ну мне же как-то надо монтировать. Ну ладно, это по-вашему. Лучше поставьте. Мне это еще пора смотреть. Файлы, не файлы. Ладно, я еще буду монтировать и... Ну, вы видите этот фрагмент, когда я уже записал. Ладно, не буду вас томить. Продолжим. О! Ты о, здесь? Привет. Привет. О, блин, мы снова в этом городе. Ой, конечно, я так скучал. Так, а что тут в этих магазинах еще добавили декорации такие? Вау. Тоже яблочко добавили. О, закрыли? Хорошо. Закрыли магазин. Блин, а так хороший магазин был. Вот наши дома, вот твой дом. А это там твой. Ну ладно, вечером еще увидимся. Блин. Давай. Мне кажется, или что-то изменилось в моем доме. Две бочки стало. Да блин, а надо уже выкинуть эти все бочки. Чего они тут не мешаются? Говорю, выкину, выкину, а сам не выкидываю. Это тут хорошо. Все. Так. И все эти бочки. Никого у меня есть. Это хорошо. Так. О, мороженое. Она вообще тут не начались еще новости. Кастрюля горит. Ой, блин, сковородка. Блин, все время путаю. Блин, надо будет уже научиться говорить. Ладно, пойду лучше. Так. Все. Уменьшил газ. Блин, у нас еды в доме нет у меня. А магазин закрылся, что же мне делать? Наконец-то. Очень сильно долго проходили это все. Ладно. Пойду. На балкончик полюбуюсь видом. Просто песок? О, там машина чья-то. А я... А чё говорю, а я, мне ж не больно. Ладно, пойду к другу, может быть. Да. Хотя не, в Родсервис пойду. Здравствуйте, а где продавец? Ладно, пойду отсюда. Так. Пойду домой все. Посплю. Так. Кафе. Ладно, вернусь в магазин все-таки. Хорошо поспал. Блин, никого нету опять. Вон, новые предметы появились. Коврики. Ладно, позвоню по телефону. Так, Red Service. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему продавцов нету в вашем магазине? Они все в отпуске. Я вам могу сказать цену предметов, которые вы захотите купить. Ну, я хочу два коврика, которые у нас... Но у нас есть только два коврика. Красный большой и белый маленький. Да-да-да. Сколько цена будет? 600 чикен поинтов. Ладно. Все, я их оставил. Потом принесу. Угу. Все. Сейчас надо за чикен поинтами сгонять, а потом уже все занесу. Все.
занес чекинпоинт, и теперь осталось все это занести домой. Ладно, потом придумаю, куда это все поставить. Ладно, пойду к моему другу. Сейчас надо посмотреть, вдруг разбужу. И на второй этаж я никак не могу посмотреть, что он там делает. Ладно, постучусь. Ничего не изменилось в доме. Тут мороженое есть? Есть. Ты вот это... Ну и свой супчик приготовил я. Угу. Так. Ну, о, камеру-то убрал. Ну, да. А у меня, кстати, в домике еще кое-что тоже изменилось. Ну, изменится, я имею в виду. Угу. Так. Слушай, может, посмотрим сегодня новости? Не, ну давай ко мне в гости, сгоняем тут. Ну окей, давай, пошли. Все, идем. С этой вот... Это я сегодня прикупил в магазине Red Servers. Вот собираюсь в дом как-нибудь пронести вот это вот. Надо. Ага. Ладно, надо будет его... поставить. Его я поставлю на второй этаж. Да, на второй. Не, на первый, на первый. И да, вот так вот пойдет, в принципе. Все. Все, я вот это вот. Прекрасно. Все, давай мне вот это вот. Вот это будет, чтобы вытирать то, на чем мы ходим, когда мы заходим в мой дом. Хорошо. Что с ковром происходит? Нам что, магический ковер, что ли, мне продали? Ну, не знаю. Так, все, вроде бы на... Так, о. Скоро, уже скоро начнутся новости. Давай уже подготовимся к ним. Блин! Давай я еду возьму в кафе, ты пока что тут подожди. Ну, хорошо. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Что? Мне супчик. А, супчик. Ладно, хорошо, присаживайтесь и ждите. Увидели экстренные новости. Сегодня мы узнали то, что Chicken Doll наконец-то увидели Chicken Doll. Что? Кто такой Chicken Doll? Chicken Doll это такая чухная курица, которая проживает на карте Town 3D. Наконец-то. Ну и короче, как? У меня, походу, Хаги-Ваги за меня уже платил здесь. А, да. Ну, хорошо. Все. Я не буду больше. Хорошо. Сейчас уберем. Ладно, до свидания. До свидания. Надо зайти домой. Новости уже закончились, что ли? Да, уже закончились. Вытри свои
Ага. Ну, я их видел. Блин, еще камеру кое-что на балкон повесить. Мне еще надо будет. Угу. Чтобы что дождь меня не проливал. Я лучше пойду. Угу. Давай. Ой, блин, чего ты спать уже скрутилась? Ну, я думаю, то, что... Хорошо, как спал. Так, ладно, позвоню другу. О, он мне звонит. Алло. Алло, доброе утро. Я только проснулся. Алло, с добрым утром, да, я тоже. Че, давай погуляем вместе на улице. Так, стоп. А почему небо такое сегодня белое? А, не, немного сероватое. Не, это облака, просто сегодня слишком облачно, наверное. А, ну, ладно. Все, давай. Так, что, ладно, надо собраться. Надвигается большая синяя буря. Если вы купите всем... Так, пойду новости посмотрю. Будет сегодня все хорошо. Так, стоп, вы что, опять? Ой, как ты меня узнал? Да это было очень сильно легко. Это по новостям говорят. Вот посмотри на это большое черное небо. Стоп, черное большое небо. Ладно, пойду на улицу. Говори, что сегодня будет за день. Сегодня черная пятница, так что жди неприятности. Ладно, я тут... Ладно, все, давай. Сегодня будет хороший день. Так, ладно, пойду. Блин, что-то он не открывает опять, что-то опять походу делает. Я вообще-то здесь. Вот возьми этот аксессуар, просто сегодня будет... Сегодня черненькое небо, да? Сегодня черная пятница. Что это такое? Рынок, что ли, тут строят? Я там у него уже все скупил. Вот возьми этот, чтобы сегодня день был хороший. Это такой талисман? Да, талисман. Сейчас я его занесу домой и погуляем. Как и хотели. Блин, что сегодня вообще такое? Все, давай. А, машина твоя сам осталась у тебя. Все, садись. А, Тоня, уже одно место. Угу, да. Ладно, на своей поесть. Просто она у тебя есть, я уже забыл. Ладно, если у тебя нету машины, то я... Тоже буду пешком. Все, у меня есть машина. А припарковался. А, есть машина? Ну ок, сейчас. Сейчас, подожди, я тут кое-что соберу. Все. Я через задний двор машину забрал. Хорошо. Ладно, поехали. Не, давай мы на сервисе что-то закупим. У них как раз дверь открыта, значит, работает сегодня. Ладно, заходим. Где живет мой дедушка? Пойду сюда.
Ладно. Тут ничего пока что для меня не хочется покупать. Пойдем за два. Вот! Сейчас надо позвонить, спросить, сколько стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотите купить? Я хочу купить вот эти какие-то надвески на вашем заднем дворе. Хорошо. Сколько это стоит? 4000 хитпоинтов. Блин, это дорого. Ну ладно, сейчас принесу. Он принес. Теперь все это надо принести. Иди сюда. Все. Наконец-то я донес. Блин. А я одну лишнюю что ли купил. Ладно, подарю потом Хаги-Ваги. Пусть тоже кое-что сделает. Блин, мне еще это сюда прикрепить как-то надо будет. А тут, походу, реально гроза будет. Ты уже идешь. Ну все, я очень хороший дом. Для дома сделал уже. Хорошо. Решение. Давай покажу. Ты мне как раз нужен. Ты мне как раз поможешь его прикрепить. Нет, давай. Смотри, вот это вот мне надо прицепить к балкону, чтобы сделать навес в заднем дворике. Угу, хорошо. Будем делать. Ну, развлекаться с тобой, когда тоже будет. Ну, да. Кстати, а когда мы вот это вот все сделаем, то лучше поедем в деревню, где мой дедушка живет. Не, может быть, ты сам поедешь. Мне просто не хочется больше путешествовать никуда после этого. Ну, хорошо. Давай, все, теперь мне надо... Молотком туда вниз прибить это. Все. Так, ну я пока буду это все менять. Все. Прибил. Так, все, я уже одну прикрепил, смотри. Вот. Вот эту ножку. Давай я еще тебе скину. Нифига мы сильно прибили. А теперь вот это. Не, я это уже подвинул. Давай тогда подвину это немного. Все. Печельку. И вот так вот подвинуть. Все, теперь. А вот эти вот две штуки я тебе подарю. Хорошо. Тоже сделаешь себе что-нибудь. Может быть, какой? Так. Что будем делать? Ну, не знаю, ну я лучше поеду в деревню. А ты там скажи, где она находится, я просто к тебе тоже потом приеду. Ну, сегодня называется Пятиметровая. Ну ладно, я поехал. Походу уже началось.
Ой, холодно как-то, улица жестко. Наверное, возьму вот это кресло и вот это. Алло. Да, здравствуйте, смотрите. Можно мне самый маленький столик у вас, который? Сегодня я буду одевать и время 34 часа. И всем пока. У вас что там? А, ничего, ничего, ничего. Просто мы ходила не смотрим. А! Он хорошее видео снимает. Ага. А, ну. Короче, оно стоит 2000. Все, отлично. Блин, хаги-фаги, что ли, видео смотрели? Ну ладно. Понесу все это домой. Все. Я пришел без этого. Блин, как я мог забыть? Надо возвращаться. Все, теперь надо вот это вот все вот так вот поставить. И вот так вот. Все, замечательно. Блин, как оно уже началось. Все, надо быстрее книгу в этот период. Ребята, вот это видео подошло к концу. Это была третья серия приключения Бровки и Хаги. Четвертая серия будет скоро. Нет. Подписывайтесь на мой канал и на Хаги-Ваги канал. И ставьте лайки. На мой канал. Да. Ну, с вами был Бравка 3 штрика и Хаги-Ваги. И всем пока! Пока!